Смена управляющей компании, закрытие мусоропровода и организация калеточных комнат в многоквартирных домах. Эти вопросы всегда вызывали споры между соседями. Чтобы помочь жильцам многоквартирных домов прийти к единому решению, разработали специальное приложение «Госуслуги Дом». Екатерина одна из первых в своем подъезде установила приложение, а потом рассказала соседям про удобное нововведение. Так случилось, что нам пришлось выбирать нового председателя дома. Мы воспользовались электронным голосованием на портале «Госуслуги Дом». Скачали приложение, установили. Также нас добавили моментально в чат МКД. То есть приложение очень удобное в использовании. После установки приложения необходимо авторизоваться через госуслуги. Информация о вашей квартире появится автоматически. Приложение многофункциональное. Здесь можно найти информацию об управляющей компании, время работы и телефоны диспетчерской. При необходимости обратиться в управляющую компанию прямо из приложения и подать жалобу на качество услуг. Также в приложении организована система онлайн-голосования. Можно, не выходя из дома и не собираться вживую, инициировать проблемные вопросы, которые касаются обслуживания многоквартирного дома, и реализовывать их. Самое удобное, что в первую очередь в данном мобильном приложении голосуют только жители. Придет уведомление, и вы сразу увидите, какие процессы проходят в многоквартирных домах, какие вопросы выносятся на собрание, и не выходя из дома, удобно проголосовать. Для удобства жителей в приложение добавили систему чатов. Теперь жильцы могут общаться между собой и обсуждать волнующие их вопросы, а при необходимости подключать представителей управляющей компании.